маслята. Рисунки для детей. Рисуем масляной пастелью и сегодня рисуем Кузю. Домовенка Кузю. Возьмем несколько мелков светлых и нарисуем ему лицо. Такое голова у него, вот такая вот овальная, такая вот голова. Таким светлым мелком можете нарисовать голову. Не переживайте, потом можно будет все закрасить, потому что сегодня мы рисуем грязного Кузю. Нарисовали. Пока здесь положим. После этого мы нарисуем рубаху. Рубаху Кузи вот такая вот. Длинная, квадратная. Такой квадратик рисуем. Здесь нарисуем пуговку. С этой стороны. Длинные рукава. У него длинные рукава у Кузи. Такие здоровские. И теперь сразу раскрасим нашу рубаху. Нарисуем кружочки беленькие. Их раскрашивать не будем. А остальное все закрасим в красный цвет. И получится у нас рубаха в горошек. Такой в белый горошек. У него в мультике такая была. Мне очень нравится мультик Кузя. Домовенок Кузя. Я его смотрю часто со своими ребятами, детьми. Они любят и Бабьягу, там, и, да и всех. И Лешего любят всех. Вот так раскрасили. Отлично. Красный пока здесь положим. Теперь возьмем коричневый. Коричневый нам нужен, чтобы нарисовать волосы. Вот так рисуем волосы. Можно темно-коричневым вот так показать, что волосы вот так идут, вот так. И вот так они идут у него вот так с двух сторон. Сюда идут и сюда. Такие волосы. Теперь мы можем светло-коричневым таким подкрасить их. Подкрасить. Стараемся красить быстро, не тормозить. А после этого еще сверху коричневым такие вот. Они у него грязные, он такой чумазый. Но потом его... Девочка Наташа помыла, и тогда он мне очень понравился. Ну и чумазый, он тоже очень веселый. И можно показать, что у него волосы в разные стороны вот так торчат. Вот так вы можете мелками так и нарисовать в разные стороны. Теперь возьмем синенький мелок и нарисуем ему вот здесь ленточку. Пуговку обведем, ленточку. Ну вот, собственно, все, наверное, синим больше не будем ничего рисовать. Теперь вот его лицо. Я предлагаю двумя мелками действовать. Сначала светлый мозг, сначала глаза надо нарисовать. Глаза нарисуем, вот так глаза такие вот. После этого все-все покрасить. И сам Кузя, он похож на куколку. И так вот мы глаза нарисовали ему. Здесь ему нарисуем ручки, ножки. У него такие лапти здесь будут. Светлым мелком, а теперь темным мелком. То же самое сделайте, потому что он грязный. Его нужно запачкать, нашего Кузю. Везде немножко запачкать. Немножко запачкать. Оранжевым можно покрасить ему ботиночки. Лапти такие вот так вот. Раз. Наверное, все. А теперь взять темно-коричневый. И темно-коричневым нарисовать, что у него. У него ротик есть. Здесь ротик рисуем. Носик такой, носик. Наверное, можно глазки подвести. А после этого добавим еще голубые. Глазки у него голубые. Здесь голубым покрасим и здесь немножко синим. Он очень яркий у нас получается. Мне очень нравится вот так рисовать, когда все рисунки яркие. Мне нравятся яркие рисунки. Такой вот Кузя. И в конце возьмем, все мелкие уберем, кроме черного. Черный возьмем и подведем ему грязь. Вот так у него волосы грязные. Еще раз покажем волосы. Зрачки нарисуем. Вот так зрачки. Нарисуем ему реснички. У него вот так они нарисованы были в мультике, я помню. Так раз. И здесь носик грязный, ротик грязный. Он такой чумазый, но он много дел делает. И тогда он такой занятый парень такой. Так, хорошо. Здесь тоже можно немножко обвести. И получится вот у нас такой вот. Здесь немножко его запачкать. Здесь такой грязноватый. Но очень веселый. Очень мне он нравится, ребят. Я надеюсь, что у вас тоже получился такой вот небольшой, простой рисуночек. Но очень яркий, красивый, незамысловатый. Мне нравится. Можно такой нарисовать, к примеру, сказочные герои русских сказок. Очень популярные. У вас получится хороший рисунок, ребят. За 5 минут не тормозите, рисуйте быстро, не останавливайтесь. Повторяйте все, что вы видите и придумайте что-нибудь свое, дорисуйте, как вы хотите. К примеру, там зеленые волосы или зеленые глаза. Домовенки разные бывают. Ребят, вы были на канале Маслята. Всего вам хорошего, хороших рисунков. Рисуйте масляной пастелью, это просто и интересно. До новых встреч, пока-пока.